вы сталкивались с такой проблемой. Нужно подключить OBD Bluetooth адаптер, и он не подключается к Android магнитолам Jensun, у которых нету второго ярлычка для Bluetooth. То есть заходим, отдельного Bluetooth здесь нету. Bluetooth идет общий для телефона. С подключением телефона в принципе никаких проблем не возникает. Но вот а с подключением адаптера есть проблема. Что нужно сделать? Если видите вот такое меню, вы сначала заходите сюда. Здесь вы меняете пароль. Обычно это 4.0 либо 1.2.3.4. Ну вот я сейчас поставил 1.2.3.4 было. Я снова его верну, покажу, чтобы это было. Заходим сюда в телефон и начинаем искать устройство. Оно находится, и мы пытаемся вот нажать, ничего не происходит. Оказывается, секрет очень прост. Нужно зажать и поддержать. Открывается специальное меню, подключаем, после чего мы получаем подключение. Вот как в данном случае подключено устройство, которое не является телефоном. Вот специальный OBD адаптер. Опять напоминаю, здесь нужно изменить пин-код OBD2. Нажимаем, ничего не срабатывает, но нужно просто нажать и поддержать. В этом весь секрет. И нажать OBD2. После чего... происходит синхронизация. Все работает.